2016 год – год 130-летия со дня рождения великого поэта. Габдулла Тукай вошел в историю татарской литературы как великий поэт, литературный критик, публицист, один из родоначальников новой татарской литературы. Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ организовывает ряд мероприятий, посвященных великому татарскому поэту. Например, на базе отделения татарской филологии и культуры имени Габдуллы Тукая уже в 22-й раз проводится научно-практическая конференция под названием «Тукаевские чтения». В этом году мы отмечаем 130-летие Габдуллы Тукая. И вот именно посвящая этому юбилею, мы думали проводить конференцию для молодых ученых и аспирантов, и студентов. Такие конференции стимулируют наших студентов к науке. Они уже со студенческих скамей знакомятся с наукой, они готовят свои выступления научные. Конференция организована совместно с Арским педагогическим колледжем, Союзом писателей Республики Татарстан и Литературным музеем Габдуллы Тукая. Всего было подано 130 работ. Участвуют молодые ученые и студенты не только из Татарстана, но и из Башкортостана, Удмуртии, Тувы. Эта конференция очень важна для меня, так как я тоже принимаю в ней участие. Я написала статью на тему особенности перевода стихотворных произведений Габдуллы Тукая. И в своей статье я сравниваю стихотворение Габдуллы Тукая на татарском, русском и турецком языках. Мероприятие продлится до 15 апреля. Все работы, которые участвовали в конференции, будут изданы в специальном тематическом сборнике. Аделя Валеева, Руслан Уразаев, Универньюз.